Приветствую вас, мои дорогие зрители! С вами Лилия Донскова. И сегодня я вам покажу то, чего никто не видел. Даже я сама еще не видела никогда. Это все в одном месте. И я сейчас испытываю некий даже шок. А вы давно меня просили? Запиши видео с обзором своих сумок. И когда сегодня я их достала... Миша, уже можно показывать. Я была просто в неком шоке, потому что они еле-еле помещаются все на этот диван. Хорошо вам видно? И я вам сейчас покажу свои любимые сумки, покажу сумки, которые я даже никогда не носила. И хочу сказать, что если бы здесь были абсолютно все сумки, которые я покупала за свою жизнь в Oriflame, это было бы их, наверное, в два раза больше, потому что очень много сумок я просто дарю, или даже бывает такое, что даже продаю, когда новая сумка долго-долго лежит, и я просто продаю кому-то за такую, ну, небольшую сумму денег. Ну что, поехали? Я вам сейчас покажу сумки, крупные такие вот, ну, хозяйственные, может быть, кто-то даже такую помнит, очень прикольная сумка, просто чтобы их быстрее убрать и показать самое интересное. Вот такая сумка. Очень люблю вот эту спортивную сумку. Она просто шикарная. Мы ее любим всей семьей. Ее удобно брать с собой в дорогу, потому что она просто фантастическая. Во-первых, они все легкие, эти сумки спортивные. И очень удобная и компактная. То есть ее можно свернуть, прям свернуть. Мы берем с собой в поездку, в чемоданчик кладем пару таких сумок, потому что обычно из путешествий мы возвращаемся уже с огромным количеством покупок, и там мы просто укладываем все вот такие сумки. Это Мишина сумка, такая прям мужская. Я даже открывать ее не буду. Он с ней обычно тоже ездит к родителям. Беру ее на пол. Очень большая. И еще одна моя тоже любимица. Кстати, вот этих спортивных сумок у нас всех двух экземпляров. Потому что и дочка ходит в спорт, и мы тоже. И вот эта сумка мне тоже очень нравится. Это Пума. Видите, пумочка такая. Классная у нее молния сиреневая. Тоже прикольная, легенькая, удобная. Но купить ее уже, по-моему, сейчас нельзя. Она была по акции Wellness, наверное, года два назад. Вот эти сумки убираем. И сейчас я вам буду показывать те сумки, с которыми я больше всего хожу. В лето я провела вот с такой вот сумочкой-клатчем. Кто помнит, очень удобная сумочка. И вообще я сейчас больше всего пользуюсь такими маленькими клатчами. Ну, если уж я иду куда-то там, например, в студию на рисование или в офис проводить мастер-класс, да, тогда я беру большую сумку, но когда я просто вот захожу здесь рядышком, мне не надо много вещей. Я беру с собой пудру, помаду, карандаш для губ, например, и телефон, и пару карточек каких-то там, и все. Вот эта сумочка мне очень-очень нравится, она удобная. Кстати, у нее очень классный ремешок, его можно делать длинным, подтягивать, или коротким, что в основном вот я вот такой ношу, просто так удобно на руку повесила, и все. И очень под многие вещи подходит такой классный цвет. Буду ускоряться. Ой, даже браслет упал. Далее, еще одна моя любимица. В прошлом году была вот эта сумка, просто без скиду ее ношу постоянно, ничего нигде не потерлась. То есть она выглядит как кожаная, у меня кто видит меня с этой сумочкой, большинство людей спрашивают, где ты такую взяла. Я показываю эмблемку, а тут очень мелко-мелко написано Oriflame, они говорят, да не может быть. Может. Очень классная сумка, обожаю ее. Внутри она тоже фиолетовая. Длинная ручка, которая регулируется, ее ношу просто через плечо. Через голову перекидываю, и все. Она тоже моя любимочка. Очень-очень люблю вот эту сумочку. Просто такой шик, такой яркий акцент. Вот такие вот, вроде бы, да, ничего особенного, но она так привлекает внимание. У нас таких сумки две, у меня и у дочки. Внутри она просто бесподобная. Нам очень она нравится. И с ней я хожу и летом, и осенью, и весной. Единственное, зимой она мне не подходит под одежду. Да я ее не так давно купила, в принципе. Это свеженькая сумка. Так, дальше. Очень люблю вот этот черный клатчик. Черный с бархатным верхом. Внутри у него все тоже черное, есть кармашек. Она просто удобная, просто классная сумочка. Можно, кстати, отстегнуть ручки, и поэтому она у меня пользуется таким спросом большим. Так, вот эту сумку я очень люблю. Не знаю, кто из вас помнит, наверное, года 3-4 назад была эта сумка.
Ее разобрали, по-моему, в первую или вторую поставку. Я успела ее купить. Она классная и по размеру. И мне очень понравилась эта комбинация, то что у нее ремешок такой тканевый, легкий, то есть сумочка невесомая, классная, кипельно-белая, тоже подходит под многие вещи. Летом просто вот незаменимая такая сумочка, клевая. Так, дальше. Что еще? Ну, конечно, красный клатч. Тоже у него интересная такая ручка-цепочка. Ручка-цепочка. Тут все так, ее можно так носить, можно собрать цепочки вместе. Но на самом деле цепочки неудобные, когда на плече висит, вот сейчас мне очень холодно, а летом от нее жарко. Или она режет, когда, например, одет топик какой-то или на тонких лямочках, и от цепочки вот тут нарезано некрасиво. Поэтому я ее или вот так в руке просто ношу, или чтобы вещи закрывали плечо. Вот. Ну, сумка клевая, потому что красная, удобная такая вот. Ну, супер. Так, что еще люблю? Вот моя любимица. С ней я практически всю зиму хожу. Уже несколько зим она мне отслужила. Хочу показать просто качество, что ничего нигде не облупилось, не задралось. Хотя ее ношу просто без скидок, что она такая сумка универсальная. То есть она достаточно вместительная, хотя маленькая, но в нее помещается все, что нужно. И классно ручка сделана, потому что цепочка, а здесь вот сделана кожа, под кожу. И поэтому очень комфортно на плече и на одежде. Люблю эту сумочку. Так, дальше. Сейчас покажу тоже. Вот моя любимица на зиму. Такая сумка. Кстати, тоже недавно она была в спецпредложениях. Ее показывали. Какая она клевая вообще. Великолепная. И зимой я вот люблю эту сумку, потому что ее удобно носить и вот так на руке, потому что когда ходишь в шубе, ну, не всегда на плечо хочется вешать, ее можно повесить просто так на руку, можно на плечо, она удобна, можно просто держать в руке, то есть такая классная ручка. Обращайте внимание, когда выбираете сумку, она должна быть удобная, функциональная, комфортная, по размеру вам должна подходить. И вот это, я вот люблю такие сумки, одно время я любила такие большие кошелистые сумки, в которых много-много помещается, потому что я ходила каждый день в офис, и надо было с собой носить все, и каталоги, и какие-то пробники, продукцию пока. То есть у меня была полная сумка, и в такую бы у меня просто не поместилось бы все. Но вот для просто для жизни не нужна большая сумка. Не надо с собой носить все. Потому что ну, это не очень красиво, когда женщина идет с огромной сумкой. Как бы, ну, не очень это хорошо. Мужчины любят, когда в женщинах легкость, какая-то такая воздушность. Хочется помогать женщине, которая вот такая хрупкая, нежная, с маленькой сумочкой. Вот, имейте в виду. Так, ну давайте будем все подряд смотреть сумки, а то я так их начинаю вытаскивать оттуда. Классный клатч. Кстати, не достала, у меня есть такой же в красном цвете. Ох, как я люблю эти клатчики. Но в них вот что помещается? Денежки, и посерединке я кладу телефончик вот сюда. Незаменимая вещь, особенно если вы ходите с рюкзаком. Например, рюкзак на плечах, телефон в рюкзаке, неудобно. А если клатч повесить, я вот в путешествие брала с собой клатч, рюкзак за спиной, а здесь у меня телефон, денежки, и всегда это под рукой. То есть вот, это очень круто. Классный клатч, у него куча отделений, то есть он вообще такой классный. Вот эта цепочка, ее можно снять, можно одеть. Кстати, можно ее вешать на другие сумочки. Кстати, мне как раз нужна была цепочка. Вот, имейте в виду, когда такие кошелечки есть, это прикольно. Далее, у меня есть еще вот такой клатчик, который я не знаю, кто помнит или нет, ему очень много лет. Но он в отличном состоянии, потому что я его редко ношу. Тоже прям удобнее. Какие-то документы положить, телефончик, вот все. Вот сумочка, которая вот просто выйти в магазинчик, прогуляться или куда-то там до машины добежать. Ненадолго. Давайте поговорим про вечерний клатч. Вот, есть такой вечерний клатч, кружевной. У него тут, ой, у меня тут шпилька лежит. Шпилька, еще что-то ненужное. Вот, смотрите, какая цепочка. И он просто как бантик, то есть это аксессуар, который дополнит какой-то наряд. Кстати, вот, на мне сейчас наряд, вот такой кружевной клатчик, и можно какие-то в черном цвете аксессуары одеть, и будет все гармонировать. У меня, кстати, есть классные аксессуары, то есть вот такая прелесть маленькая. А еще у меня есть клатч, который
везде со мной, в пир и в мир, на всех банкетах, на конференции я его беру с собой, что он очень хорош. Это вот расшивка бисером, у него такая классная форма, ручку можно спрятать, можно достать. То есть она прекрасно помещается здесь. И в него поместится самое-самое необходимое. Помада, пудра, телефон. Больше ничего. Хотя он вроде бы такой большенький, но мне, в принципе, на банкете больше ничего и не нужно. Чем меньше вещей, тем, как говорится, круче. Но он очень красивый. Тоже его просто обожаю. Далее, есть еще вот такой клатч золотой, и к нему есть шарф. Вот шарф я убрала, ой, как круто, здесь денежки лежат. Это радует. Просто красоты неописуемой. И удобно то, что есть карабинчик, карабинчики, которые цепляются к одному вот такому специальному крючочку. И можно носить так. Можно отстегнуть и носить в руке, носить под мышкой, как угодно. Очень красивый, богатый такой золотой цвет. Кстати, под розовый, мне кажется, все подходит. Так, дальше. Вот такая сумочка, но она функциональная в дорогу. Если взять, у нее куча-куча кармашков. Здесь кармашки, здесь кармашек, здесь кармашек. Внутри еще отделение. Она приходила в подарок за что-то. Кстати, у меня очень многие сумки, которые пришли в какой-то акции совершенно бесплатно. И это очень приятно. Покажу такие тоже сумочки. Она мягенькая, то есть вот в дорогу все сложить, чтобы все было в одном месте. Там документы, денежки, вот они тут будут лежать. Передвигаюсь чуть ближе. Следующая сумочка. Такая классная, с джинсухой, с рубашками, с майками. Кстати, тоже ее люблю брать с собой в дорогу, потому что она очень легкая. Я всегда в дорогу смотрю, чтобы вещи были как можно менее весомые. То есть прям вот легкая-легкая. В нее тоже много помещается. И бутылочка с водой, и денежки, и телефончик. То есть у меня все-все-все в ней. Классно. И она, видите, такая бахромушка. Мне кажется, это будет всегда модно и всегда так как бы весело. Я не люблю, когда слишком длинная бахрома, которая так вот уже там чуть ли асфальт подметает. А вот такая изящная, очень даже ничего. Ой, сколько у меня сумок. Обалдеть. Вот, бомба, просто бомба. Тоже клатч на цепочке. С одной стороны синий, с другой под рептилию. Внутри он просто как планшет. Много в него не положишь, потому что он плоский, у него нету донышков. Это действительно просто клатч, аксессуар, чтобы выйти, выпендриться под какой-то наряд, дополнить его, там, обыграть. Ну, очень красиво, очень эффектно. Кстати, одевала его, может быть, вернее, брала его с собой пару раз, не так часто. Но я не удержалась, когда увидела эту красоту, я просто не смогла не купить. Просто не смогла. Еще одна моя любимица, это просто одна из самых-самых крутых сумочек по цвету. Хотя цвет, вы можете сказать, ну, какой-то... грязно-сиреневый, он подходит подо все. У меня есть пуховичок такого изумрудно-глубокого темного цвета, шикарно смотрится. Он только мне под шубой не подходит. С любой курткой, с любой туникой, с сарафаном, то есть куда угодно, в пир и в мир. И она вот такая мягенькая, и она, самое главное, нигде не потерлась. Хотя вот эту сумочку я беспощадно много ношу, она мне, ну, просто нравится. Есть такой клатч, он тоже приходил по акции в подарок. Он у меня уже такой заношенный. Я его даже уже год-два не ношу, он просто лежит, и я про него вообще, честно, я про эти сумки, про половину даже забыла, что они у меня есть, потому что, ну, не очень удобно их хранить сейчас, и чтобы быстро куда-то выйти, я беру что-то вот с краю, и постоянно попадается одно и то же. Тоже белый клатч, он всегда нужен. То есть, ну, белая вещь, как бы, подо все, под любой наряд абсолютно подходит. Поэтому клатчик такой удобен. Это тоже одна из стариннейших сумочек. Не знаю, надо ее кому-то отдать. Дети, может, в игрушке. Ну, он был очень прикольный, этот клатчик. Сейчас как раз переберу сумочки. Очень классненький. Ходили мы с ним много. Он такой прям интересный, удобная ручка. Видите, да? Ну, он прям хорошенький. Ну, уже он отжил свое. О, добрались мы вот до такой сумки под джинсовку вообще просто. Но это более такой вот вариант, действительно, как спортивный, я бы сказала. С джинсами, с джинсовой курткой красивой, с какими-то там плащами, парками. Обалденная сумка, очень классный у нее формат. Ручки я такие люблю, тоже, ну, удлиненные, чтобы через шею перекидывать, и она вот сбоку болтахалась. Крутая сумка. Она, кстати, была еще в варианте под кожу, такой глубокий, такой фиолетовый цвет. Ну, я не брала, потому что у меня уже есть это.
Вот эта сумка приходила в подарок по акции, тоже, наверное, за 1 рубль она мне пришла. Посмотрите, какая крутая сумка. Прям вот элегантность, сама элегантность. И я ее ношу очень много осенью, то есть она более такая вот осенняя тема, под пальто классно подходит, с шарфиками такими вот бежками. Я ее тоже прям люблю. У меня одна подруга ее все время видит и выпрашивает. Ну, продай мне ее, продай. Я говорю, нет, ни за что. Ну, просто бежевая сумка, она нужна. Вот я считаю, что нужны и цветные сумки, и нужны чисто черная, белая, бежевая, чтобы вот они подо все будут подходить. Еще одна старинная сумочка. Ой, как я ее любила. Давно не ношу. Вот сейчас забыла просто, что у меня есть желтая сумка. Очень классно, очень мягкая, обалденно вместительная, тоже с ремешком регулирующимся. Супер! Ну, уже такой продажи, конечно, нет. Это тоже приходило по акции, сумочка Clutch. Я ее так люблю, просто это вот морская тема. Ношу я ее не часто, но вот когда вещи в морском стиле, они просто вот идеально дополняют друг друга. И мне нравятся вставки, вот эти бежевые вставки. То есть они дают пространство воображения, то есть можно, ну, носить с разными вещами, не только с морским стилем или чисто белым или синим. Очень классный Clutch. Сколько Clutch? Надо их будет пересчитать все. Следующая сумка тоже очень интересный дизайн. Когда я ее увидела в каталоге, сразу решила, беру. Просто очень понравился формат, очень удобная сумка, то что и внутри еще клапан, внутри на молнии, и есть еще отсек с кучей карманов. Ой, что-то здесь лежит. Визитки. Хожу с этой сумкой, в основном это осенний вариант уже. Осень или весна, когда более такие, ну, какие-то вещи... Ну, и летом тоже бывает. Ну, она с пиджаком классно, с коричневым я ее ношу, с красным, когда одеваю красную рубашку. Тоже супер. Еще одна сумка. Интересная модель. Сейчас я ее закрою. Очень интересная моделька. Смотрите, какой такой глубокий сливовый, фиолетовый, наверное, цвет глубокий. Ремешок косой заплетен, длинный. Ну, тоже можно регулировать. Что прикольно, здесь нет дырочек, то есть можно вот эту закрепочку вставить в абсолютно любое место на ремешке и сделать ту длину, которая вам нужна. Очень классная сумка. Внутри она бесподобно красивая. Тоже всякие кармашки. Супер. Вот эту сумочку тоже очень люблю. А вот эта сумка буквально вот пришла только в прошлом каталоге в подарок. А, в подарок за 199 рублей. Ну, кстати, я ее выгуливала несколько раз. Она подходит им под сарафанчики льняные, я одевала и с шортиками, и вообще как бы с платьишками, там, с джинсиками. Хорошая, классный цвет, то есть он такой нейтральный, и в нее много помещается. Она хоть и планшет, но он пухленький планшет, и есть классный кармашек. Я с ней тоже прям много походила. Я рада. Я люблю подарки, а это очень приятно. Такую сумку, наверное, вообще никто не помнит. Из ткани, с розами. Но она такая клевая. У меня тоже ее часто выпрашивают, там, подари или продай. Я говорю, нет. Редко ее ношу, но она настолько неординарная, она прям какая-то как ручной работы. Такая богатая вот эта ткань, мягкая. Очень прикольная форма. То есть она такая, как шарик. У нее, когда уже что-то положишь, она такая расправляется и такая вся ми-ми-ми-ми-ми. Такая прям девочка-девочка. И самое прикольное, то, что она... Ее, наверное, ни у кого уже такой нет сумки. Так, это я вот у дочки взяла сумочку, но она просто клевая. Тоже бомбочка такая. Сумка-таблетка. Ну, прикольно, удобно ее носить. То есть там она все время в нее что-то накладывает, куча всего. И можно повернуть черной стороной, можно золотистой. То есть и так прикольно смотрится. Ну, такая мягенькая. Так, что здесь у меня, чтобы сразу убрать? Сумка прозрачная. Вот хотите верьте, хотите нет, ни разу с ней не ходила. Только на нее смотрю, как лето приходит, я про нее забываю. Сейчас достала и такая, блин, опять лето прошло, я с ней даже не походила. Ну, она модная сумка, но мне кажется, уже несколько лет вот эти прозрачные сумки, они как бы прям вот интригуют, да, такие интересные. Так, сейчас телефон свой завалим. Так, дальше двигаемся. Такая сумочка тоже приходила в подарок, золотистый такой вот, как сказать... Пузатенький, прелестный аксессуар. Сейчас у меня в ней лежат пробники, всевозможные тестеры. И когда ко мне кто-то приходит или с собой взять, я просто достаю сумочку, но она вот только дома, я с ней уже не хожу никуда. Так, прячем ее куда-нибудь наверх. Спрятали. Так, пересаживаемся, двигаемся дальше. Даже не знаю, что здесь лежит.
Давайте вместе посмотрим. Это, скорее всего, подарочная какая-то сумка. Да, 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 вспомнили? Вот прямо она только была, кстати. Очень красивая, очень элегантная сумочка. У нее есть ремешок, цепочка. Внутри классно сделаны карманы, все. Ну, вот если будет когда-то в продаже, возьмите себе, потому что удобный формат. И она вот элегантная, то есть под костюм, под платье такое строгое что-то, мне кажется, ну, вообще здорово. Двигаемся дальше. Здесь вот рюкзачок, может быть, мы еще такой один встретим. Была сумка трансформеры, у нее еще средняя часть, и к ней по бокам пристегивались рюкзачки. Не знаю, где сумка, а вот рюкзачок есть, и иногда его ношу. И, кстати, в Саратове очень часто вижу женщин с такими рюкзачками, и в основном даже не рюкзачки, а сумочки через плечо. Там все бегают, я не знаю, сколько ей лет, ну, больше 10, мне кажется, уже. Ну, иногда так одевают. Сумка абсолютно новая, ни разу не брала. Это вот к вопросу, вы меня спрашиваете, какую сумку ты себе выпишешь в этот раз? Никакую, мне кажется, просто хотя бы нужно носить... Хотя бы нужно носить хоть раз какую-то сумку из тех, которые у меня вот лежат в залежах. Смотрите, какое чудо. Внутри просто огонь. Кстати, она в спецпредложении бывает часто. И я ее рекомендую вам, эту сумку, потому что она удобная. Я бы вот эту ручку совсем убрала, хотя, может быть, и нет. Вот это как украшение, это на плече. А можно эту спрятать вовнутрь длинную и носить вот так, или тоже на плече. Кстати, да, вот я стройная, мне как бы любые сумки подходят под руку. Мне эти кажется супер. Вот я осенью буду с ней ходить. Вот и все. У меня столько всего, с чем ходить. Моя любимица. Это к вопросу, почему я не беру зеленую сумку замшевую. Потому что у меня есть такая сумка-торба. Вот она тоже сделана, как сейчас идет новинка, замшевая сумка. У нее прикольный клапан. Внутри у нее тоже вот эта сумка-котомка, которая затягивается. Очень люблю эту сумочку. Не часто ношу, но когда беру, все сразу такие, ого, какая сумка. Она выглядит очень дорого, просто как дорогая кожаная вещь. Очень стильный ремень, вот этот такой тканевый, плетеный, вообще просто вот бомба. Поэтому, если вы думаете, брать или не брать зеленую сумку, берите, конечно, потому что она удобная, она прикольная, и вы ее будете носить, как бы говорится, эфир и в мир. Еще одна сумка, новичок. Ни разу не одевала. Купила ее с огромным удовольствием. Еще у меня здесь карабинчики. Лаковая, розовая. Но вот сейчас я ее буду носить. Что-то весной у меня до нее не дошли руки. У меня даже тут шарф лежит, который приходил в подарок, потому что он прям подходит под эту сумку. И она тоже у нас с дополнительным ремешком. Но если честно, я вот сумки вот такого формата я не люблю носить через плечо. Это не очень красиво. Как-то, ну, как будто чего-то, что-то недоработано. Вот у меня такое впечатление, поэтому я бы вот вообще вот эти вот, ну пусть они будут как украшения, только в ручках, только девочка-девочка, прям сумочка-бантик, ну все, ну вообще шикарно, внутри классное, ну чудо. Конечно, хотя бы 3 раза одеть за сезон, уже будет круто. Так, это убираем. Кошельки не ношу, просто не ношу. Вот купила кошелек новый, абсолютно новый кошелек, давным-давно купила, даже какие-то карточки в него положила, но не ношу. Ой, у меня тут какая-то фигурка для денег. Представляете, надо вымыть. Крутой кошелек, но с кошельками у меня дружбы нет. Ну, во-первых, потому что я в основном хожу с маленькими клатчами, во-вторых, все деньги у меня на телефоне, то есть я расплачиваюсь везде телефоном, и наличка у меня крайне редко бывает с собой там в каких-то количествах. И вот этот кошелечек тоже очень люблю. У меня даже обложка на паспорт такого же плана вот еще сохранилась. Ну вот лежит, просто лежит. Выкинуть жалко, отдать никому не хочу. Нравится, пусть пока лежит. А вдруг буду носить, кто знает. Так, двигаемся дальше. Эта сумка просто для солнцезащитных средств. Тоже, когда едем надолго куда-то отдыхать, я беру с собой много этих средств. Она очень хорошо защищает от жары, и мы в нее даже кладем там прям бутылочку с водой маленькую. И она так быстро не нагревается, когда жарко.
Эта сумка просто фантастическая, просто красавица. Я так долго с ней ходила, но вот на ней это никак не отразилось. То есть она как новенькая. Она тоже приходила по акции в подарок. У меня целая коллекция, большая косметичка, сумка, дорожная сумка и чемодан. Даже два чемодана мне Миша подсказывает. Не помню, второй чемодан за что приходил. Ну, постоянно какие-то акции проходят, я участвую. Очень крутая сумочка, у нее тут всякие погребушки, тут зеркальце, можно так достать, быстренько на себя глянуть. Оп-оп, все нормально, быстренько убрать и побежала дальше. Обожаю эту сумочку, надо будет ее тоже поносить. Особенно, ну, я люблю леопард, мне нравится этот вот цвет такой вот классный. Сумка, тоже сумка-тряпочка джинсовая, удобно. Например, за покупками идешь, не знаешь, сколько купишь, что купишь, просто положить с собой в тот же клатч, она может свернуться и поместиться в клатч. А потом ты стоишь такая, опа, и нормальная сумка, не с пакетом с каким-то ходить, а с сумочкой тоже. Я ее дочке сначала покупала, потом она сказала, мне уже не нужна, она отдала ее мне, вот я пользуюсь. Так, у нас пошли пляжные сумки немножко, пляжа. Даже забыла, что у меня такая сумочка есть. Не очень удобная, маленькая для пляжа она. Но иногда, когда ненадолго и не надо много вещей с собой, еды, да, полотенце бросить, например, подстилочку, водичку, что-то еще, солнцезащитный крем. То есть вот такая сумочка. У меня, кстати, под нее есть Парео тоже. Вот эту люблю сумку. Кстати, еще где-то одна есть, вон она. А вот эту люблю сумку, вообще невесомая, просто невесомая, классная, тоже в дорогу можно брать с собой. Так, сюда перекладываю. Сумка новая, абсолютно. Купила из-за того, что я обожаю вот это сочетание, вот эту вот рептилию. Мне очень понравилось то, что белая, с этой стороны она черная, у нее крутая ручка, но она оказалась такая большенькая для меня, что я, в принципе, сейчас просто не ношу такие большие сумки, и я не знаю, что с ней делать. Мне ее и отдать кому-то жалко, потому что я ее очень люблю. Ну, может быть, кому-то подарим, я не знаю. Я подумаю, не знаю, уберу ее пока в мешочек обратно. Ни разу не одевала, представляете? Еще следующая сумка тоже новая, новая абсолютно, даже, по-моему, этикетка висит. Тоже купила, потому что качество понравилось. То есть сумочка, вот, просто. Цвет огонь, но у меня ничего нет такого цвета. Она мне ни под что не подходит. И она просто лежит, пока ждет своего звездного часа, никому ее не отдам, потому что она мне очень нравится, и нравится ее форма. То есть у нее такая вот ручка, прикольная на руке носить, на плече носить, просто в руке носить, как говорится, висячая. И внутри у нее все шикарно, все очень красиво, то есть тут все отделано, кармашки всевозможные. Все, это моя любовь. Я маньяк сумочный, вы уже, наверное, поняли. А это сумка спорт. Тоже Пума, по акции какой-то была, очень классная внутри. Дочка у меня с ней долго ходила, потом говорит, мне не надо, а у меня вот она лежит, потому что иногда она бывает, ну, пригождается. Тоже новая, даже не помню, что здесь. Тут будет сюрприз и для вас, и для меня. Ага, вспомнила, эта сумка пришла в подарок, это сумка для ноутбука. Ух ты! Ребят, ну вот как-то не приходилось пока с ней куда-то вот отправляться. Ну, посмотрите, какая классная. Она тяжелая. Вот, кстати, если с ней куда-то ехать, я люблю все-таки легкие сумки. А с ней так, если вот, ну, не знаю, с ноутбуком я не хожу. Поэтому лежит пока, но сумка красивая, конечно. Пусть она пока здесь стоит, потом я ее упакую. Давайте рассмотрим вот этот бьюти-кейс. У меня такой еще есть красный, но я его не достала, он у меня далеко запрятан. Бьюти-кейс тоже приходил в подарок по акции. Очень удобно. У меня их два. В одном хранятся все для рук, то есть там все лаки, пилочки. Вот. Другой я беру с собой на мастер-классы. То есть мне его все сложила, и все удобно, то есть все стоит нормально, не валяется. Тюбики все ровненько, ничего не разливается. То есть очень крутой, крутой такой кейс. Еще чуть-чуть передвинемся. Вот, я добралась до следующей сумки. Это дорожная сумка, кстати. Несмотря на то, что она такая огромная, она очень легкая. Она легкая, и мы тоже ее любим брать в дорогу, потому что у меня чемоданчик, например, такой же леопард, он маленький, и в него все не помещается. Но когда я набираю еще вот эту сумку, ставлю сверху на чемодан, все это очень круто, очень красиво. И стильно, и просто, ну, вообще настолько красивая коллекция, просто супер. Тоже сумка новая,
Может быть, один раз-то я с ней ходила. Ну, не знаю, была у меня страсть к леопардам одно время, и я так хотела все леопардовое, новенькая, красивая сумочка. Ну, может быть, поношу, кстати, у меня появились леопардовые вещички новенькие. Вот. Вот, люблю вот эту сумку. Сумка для ноутбука. Вот точно такой же у меня есть beauty case. Кстати, видите, да, это как бы из одной ткани. Очень красивая сумка, очень удобная. И я с ней тоже хожу в студию. Или потому что у нее помещается классная бумага, все. Ноутбук можно положить, планшет, что угодно. И она очень внутри круто сделана. Самая мягкая и легкая. Самое главное, люблю сумки, чтобы они были вот такие невесомые, воздушные, чтобы с ней вот как бы было не напряжно ходить. Так, дальше. Сумка тоже приходила в подарок по какой-то акции. Ох, как я ее люблю. То есть вот зимой, когда много надо с собой что-то взять, я беру ее. Она шикарно смотрится с норковой шубой. Она такая прям вау-вау. Сейчас она чуть-чуть смялась. За лето надо ее вывести, зарасправить. Ну и что мне нравится тоже, сколько я с ней хожу. Уже, наверное, 3 сезона. Все уголочки, все на месте. То есть она не затерлась, не порвалась нигде. Все вот ручки, хотя вот ее я ношу беспощадно много зимой. Очень. Ну, вот такой вот маленький портфельчик под документы. Маленько перекосился. Ну, тоже, кстати, удобная вещь, когда вот с собой надо что-то взять. Типа документов каких-то, еще. Ну, вот она просто маленькая, легенькая. И когда немножечко с собой надо нести, тоже очень прикольно. Так, еще одна пляжная сумка в морском стиле. Такая классная сумка. Мне очень нравится, что они сделали красные акценты. Посмотрите, какая огромная дизайнерская вообще работа. Сколько сумок, и как они вот все здорово продуманы, какие они удобные. На любой вкус, на любого вот, как говорится, да, человека там под гардероб подобрать. Все, и всегда доступные цены. Вот что мне нравится, в Oriflame всегда доступные цены. Тоже клевая сумка. Рюкзачок. Тоже приходил в подарок по акциям. И вот что-то на меня лежал-лежал, а сейчас я с ним стала активно ходить. И он прям удобный такой. Тут клепочка, тут кармашек. Тут все затягивается и регулируются лямочки. Сейчас рюкзачки модные, поэтому ну как без рюкзака? И тут я думаю, о, у меня есть рюкзак. И я его достала, и сейчас с удовольствием просто с ним хожу. Так, это какая-то сумка уже 100 лет лежит. Раньше она, не помню каким-то образом, откуда она взялась, не помню. По-моему, тоже в подарок она приходила для работы с консультантом. А, еще маленькая такая сумочка. Ну, даже не знаю, никуда с ней не хожу. Надо ее отдать какому-нибудь ребенку, наверное, потому что она такая вот маленькая, детская, с лимончиками. Но у нее прикольные ручки такие, они еще гремят стеклянные. Ну, классная, с лимончиками. Есть сумка-планшет красная. Тоже я про нее забыла, кстати, совсем вылетела с головы. Очень удобная. Одно время с ней ходила. Тут кармашек, тут все по одному, мне все в нее положить. Вот такая эффектная. Почему я про нее забыла? Не знаю. Потому что много сумок. Так, вот эту я любила сумку безумно. Просто. Такой жираф какой-то, да? Она тканевая, она легкая, она очень вместительная, она такая вот, ну, прям вот акцентная. На нее смотришь, даже можно одеть что-то все однотонное, например, все бежевое или все там, коричневое. И такая сумка акцент. Просто клевая. А, вот как раз вторая часть сумочки. А где от нее ремешок, я не знаю. Вот здесь должен крепиться еще ремешочек, и она носится просто на плече. Вот видите, поэтому не наша. Ну и все. Последние 2 сумки у нас осталось. Это сумочка просто под косметику. Я ее складываю. То есть ничего особенного. Никуда я с ней так особо не хожу. Она вся исписана. Oriflame, Oriflame, Oriflame. Прикольный цвет. И вот этот клатч от Юдашкина, да, по-моему, это была дизайнерская коллекция. Beauty case, очень красивый, я с ним много ходила, потом забросила, потом я в нем хранила косметику. У него тут такая удобная сумочка, то есть, например, вы положили, все наложили в нее, потом вдруг решили, что вам все это не надо, вы вынули, оставили дома, сюда все сложили, закрыли и пошли, потом все поменяли, то есть, ну, она такая функциональная, то есть, как контейнер, который можно вынуть просто, оставить, или, наоборот, наполнить, положить сюда. Вот, она такая необычная, но у нее не очень удобная молния, вот эта вот, там, поэтому перестала пользоваться, может, их просто нужно смазать. Вот. Фух,
Я надеюсь, у вас хватило терпения вместе со мной досмотреть всю мою коллекцию сумок. И вы нашли ответы на все свои вопросы, почему Лиля не заказывает в этом каталоге новую сумку. Хотя я очень-очень хочу. Я взяла бы себе красную, зеленую, желтую и сумку Таксу. Мне они все очень понравились. То есть просто бомба. Спасибо вам за внимание. Пишите в комментариях, какая сумка вам больше всего понравилась. Просто пишите, задавайте вопросы внизу под видео, нажимайте на колокольчик, и вам будет приходить уведомление, что у меня вышло новое видео, и вы всегда будете первыми его смотреть. И благодарю вас за внимание, спасибо, что вы остаетесь на нашем канале, подписывайтесь и смотрите дальше. До новых встреч, пока-пока! Забыла, еще один клатч, красный, совершенно забыла про него. Потому что он очень крутой. Смотрите. И я решила все-таки, давайте посчитаем вместе, сколько у меня сумок. А то я не могу, я тут выпустила просто на кухню. Поехали? Первое. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, так, есть, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, а сейчас не считаю, двадцать один. 63 и еще 2 спортивных дублируются. 65 сумок. Ну хорошо, половину отметаем, которые я не ношу так часто, спортивные. 30 сумок просто. Это каждый день можно носить новую сумку. Фух, я пошла гулять, мне надо выгуливать новые сумочки. Все, пока-пока-пока.